Изготовлением танков для российской армии займется и Уралвагонзавод. Оборонное предприятие получило долгосрочный госзаказ на модернизацию танка Т-72. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Александр Сухоруков во время визита на ОВЗ. Контракт в этом году будет подписан трехлетний. В течение месяца все запланированный объем танков, которые подлежат модернизации, будет поставлен на завод. И исходя из технологического цикла осуществления ремонта с модернизацией, то есть поставка уже отремонтированных с модернизацией танков, мы ожидаем войска в феврале следующего года. На Уралвагонзаводе в рамках госзаказа будут усовершенствованы 170 машин. На эти цели Минобороны выделяет более 6 миллиардов рублей. Александр Сухоруков также отметил, что в ближайшее время с заводом будет подписан контракт об увеличении объемов продукции. И только в этом году госзаказ дополнительно могут увеличить на 45 единиц техники. А к 2013 году будет представлен первый образец уже нового танка. После испытаний и принятия новой боевой машины на вооружение, Уралвагонзавод будет заниматься не только ремонтом и модернизацией, но и изготовлением новых танков для российской армии.